«Кто видит жизнь с одной карманной точки?» Николай Некрасов. «Кто видит жизнь с одной карманной точки? Тот туп и зол, и холоден, как лед. Кто норовит с печатной каждой строчкой внимать такой или такой доход, тому горшок, в котором преет каша, покажется полезнее ерша. Но кто не скрыл под маскою притворства, веселых глаз и честного лица, кто признает, что гений смехотворства нисходит лишь на добрые сердца, тот, может быть, того и не осудит, кто в этом ералаше есть и будет».